Пациентки задают вопрос, может ли лапароскопия помочь при бесплодии. Ответ, безусловно, да, но не при всех видах бесплодия. Есть узкая зона приложения лапароскопии при бесплодии. Это трубно-перитониальный фактор, то есть, ну, грубо говоря, спаечный процесс в трубах маточных, в малом тазу, который мешает возникновению свидания между яйцеклеткой и сперматозоидом. Тут лапароскопия помогает. Лапароскопия помогает вылечить от эндометриоза, который тоже является в большинстве случаев причиной бесплодия. В таких ситуациях лапароскопия помогает. Если это эндокринные проблемы бесплодия или связаны с партнером, а не с самой женщиной, то, конечно же, лапароскопия она бессильна в таких ситуациях, и тогда место другим технологиям, технологиям экстракорпорального оплодотворения.